Привет, друзья! С вами Константин Горбунов. И это видео «Определенные новости по тренингу директологов». На самом деле мы с Михаилом были довольно сильно удивлены, потому что за первый месяц продаж, который даже еще и не прошел, прошло меньше, уже записалось почти 60, или уже за 60, вот надо у Миши точно узнать, 58 или 62 человека на тренинг директологов, что я считаю очень много. Мы побили какой-то определенный потолок. И хочу сразу предупредить, что вообще мест всего на тренинг директологов мы планировали 75-80. Ну, вот это вот максимум, который мы возьмем. И если такими темпами продолжится покупка тренинга директологов, то к сентябрю уже мест не будет вообще. Вот, поэтому задумайтесь, если вы хотите пойти на тренинг директологов, то лучше записывайтесь прямо сейчас. Я как бы не шучу, вы знаете, я всегда к этому отношусь очень серьезно, и мы просто брать не будем людей. Второй момент. Точно не будем брать людей, если вы не запишетесь на ВИПы, потому что большая часть людей, которые покупали, это были ВИПы. Я хочу сделать группу отдельную ВИП, где будет не больше 20 человек, а там осталось место 3-4. Вот, поэтому там точно, вот если вы хотите ВИП, а я вам все-таки рекомендую пойти на ВИП, лучше, вот 100%. Записываться сейчас. Иначе в сентябре просто мест на ВИПов точно не будет. Ну, до 1 сентября в лучшем случае мы будем раздавать в подарок тренинг директологов 9. Для того, чтобы вы посмотрели его или хотя бы какими-то частями, потому что там все, в принципе, уже проработано, прям можно местами нажимать, тыкать тайм-коды и смотреть определенные моменты. И уже получили определенные знания. Либо с нуля посмотрели что-то, получили, либо, ну, в общем, какой-то либо результат или фидбэк получили, чтобы пришли уже с вопросами определенными. Ну и последний момент, который я хочу сказать про тренинг директологов 10-го потока. Я напомню, что он, ну, не то, что он последний, мы его далее будем немножко переделывать, переформулировать. Но нам понравился движух, которая вот пошла над 10-м именно потоком тренинга директологов. Мы, опять же, продолжаем переиначивать материал. У нас вводится бальная система определенная, то есть мы теперь будем более жестко контролировать наших ребят, которые проходят тренинг директологов, следить, чтобы вы действительно что-то делали, чтобы вы делали это хорошо, а не так тяп-ляп и ладно. Приступаем к следующему занятию. И с помощью бальной системы мы собираемся выявить победителя тренинга директологов 10, у которого будут либо первые 3 места, либо первое место, скорее всего 3 места, потому что будет человек 80, все-таки много. Мы сделаем подарки. Какие подарки будут, я думаю, что я скажу через недельку. Это точно будут сначала подарки виртуальные какие-то, но это само по себе понятно. И, наверное, физические товары, то есть какие-то товары, кстати, зря сказал. Ну ладно, подарок, в общем, это будет. Какой конкретно, я еще пока додумаю, подумаю, и мы решим с Михаилом. Что ж, друзья, на этом все. Записывайтесь на тренинг директологов, пока там есть места, особенно на ВИПы. Будем ждать вас на тренинге директологов, который стартует в конце сентября. Пока-пока!